сейчас выбит он. Азербайджане сейчас выиграет, я думаю. Или... Пол дали. Если будет ремень, естественно, неизвестно. Но так вот, я думаю, что выбит, наверное. Константинов. Забил так. Да, забил, сейчас азербайджане проиграет. Дима его ушел там. А, еще у него есть парочка. Ну, есть, есть у него. Азербайджане тоже не слабо, вы что так думаете? Ну, как же. Как будто это студент какой-то. Не, борьба будет хорошая, если зацепится. Сейчас будет разрыв. Второй фол проиграл. Нет, 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 нет. Фол. Один уже. Два предупреждения, фол дали. А, два фальстарта он сделал, видимо. Да, да. Значит, торопится немножечко. Он верхом хочет выйти, как ты. Вот, 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 вот. Он вышел, Константинов. Вот, вот, вот. Вот сейчас разрыв будет, вязко. Верхом, верхом вышел, видел? Да. Константинов, мне кажется, выиграл. Хороший разводянец. Молодец. Костик решил все, туда он не закрыл, раз вверх он вышел. Ну что, забилась одна, он другую подключил. У него, смотри, масса. Такая масса быстро забивается. Да, да. Как правило, у тебя как бы меньше мышц, они, как правило, но дольше служат, да, чем такая большая булка наливается. Но ты знаешь, что это тоже внимание обращать тоже нельзя. Ты нужно, насколько было стоит. Это вы господина назвали, Жерик? Кстати, в прошлом мире мы с ним боролись, он первый раз стартанул, было тяжело его здесь начал кисть открывать. А второй раз уже это видео снимал. Второй раз стартанул и разлил. Что скажешь ему пару слов? Что могу сказать? У него самая лучшая команда. Пускай он приезжает на чемпионат Европы и мира и выигрывает. А у тебя самая лучшая девочка, Марина. Вот, спасибо. Как раз у нас фотоаппарат Марины, видео хочу снять, и как интервью маленький. Я хочу моим министрам потом показать, что Марина всегда отправится. Вот насчет команды разговаривает, и отлично насчет Марины. 55, да, весь. Два выиграла она сейчас, и два проиграла. Туркяну эту проиграла, еще эту. Было до 60 хотя бы, я бы ел. Есть, есть. Да. До 60, до 63 доход. Нормально. Сейчас уже будет 60 она. Видали музыку по обороту.